Здоровче! Многих поразил выход уже второго по счету рерана Тарталии, а следом после Тарталета еще и баннер Хутавы завезут, так еще и патч 2.3 будет посвящен геоперсонажам. И возникает закономерный вопрос, где же Сяо и Ганьюй? Когда их ждать? Сколько еще терпеть, откладывая свои примагемы? Про это я подробно расскажу в данном ролике. А спонсор видео – я сам. На моем канале вы сможете найти мимасные приколы, гайды, некоторые новости, ну и конечно же стримы каждый день, кроме субботы. Вроде как годный канал, рекомендую подписаться. Перейдем к разбору и начнем с дат выхода патча и баннеров. Тарталии патч 2.2 вышел 13 октября. Следом 3 ноября будет баннер с Хутао и продлится он до 23 ноября. 24 ноября выходит патч 2.3 и скорее всего первым будет Альбеда. Да, я уверен, что в патче 2.3 будут два геоперсонажа подряд. А 15 декабря нам выкатят Ита вместе с Гора в одном баннере. Но есть вероятность, что первым после Хутавы будет все-таки Ита и Гора, а вторым уже выкатят Альбеда. Но я все же склоняюсь к первому варианту. Вот мы и подобрались к 5 января и патчу 2.4, и он продлится до 16 февраля. Тут нам придется немного оглянуться назад и посмотреть на патч 1.3, в котором был проведен праздник фонарей. Патч 1.3 вышел 3 февраля, а праздник фонарей стартовал 10 февраля и закончился 28 февраля, то есть продлился он 18 дней. Еще стоит учесть, что за патч 1.3 было целых 3 баннера с легендарными персонажами – Сяо, Кицин и Хутао. Каждому баннеру были отведены не 3 недели, как обычно, а всего лишь 2. Теперь возвращаемся к патчу 2.4. И тут праздник фонарей ну никак не может стартовать 10 февраля, потому что патч 2.4 закончится 16 февраля, и 6 дней для такого праздника жутко мало. Еще если кто не знал, праздник фонарей тесно связан с реальным китайским Новым годом, который в прошлом году был 12 февраля, а в этом году он будет 1 февраля. Поэтому в патче 2.4 праздник фонарей начнется 26 января и продлится до 13 февраля. Также гуляют слухи про нового играбельного адепта, хранителя облаков, но официальной информации про нее пока что не было, даже точного имени нет. И не совсем понятно, какой стихии она будет принадлежать, но многие предполагают, что она будет обладать именно Крио, глазом бога. И вообще не ясно, какой редкости будет новый адепт, может она будет четырехзвездочным персонажем, ведь уже есть Янь Фэй, и если кто не в курсе, она тоже адепт. Но если новый адепт будет легендарным персонажем, тогда скорее всего сохранится тенденция прошлого года, и за патч 2.4 будет 3 баннера. И 5 января наконец-то мы увидим Ганьюй, 19 января мы дождемся Сяо, а 2 февраля мы увидим нового адепта, хранителя облаков. Как по мне, это самый вероятный исход. Но если хранитель облаков будет все-таки четырехзвездочным персонажем, тогда 5 января Ганьюй вместе с новым адептом, а 26 января будет Сяо. В любом случае, весь патч 2.4 будет посвящен адептам и празднику фонарей. Поэтому я советую не торопиться с крутками баннера Ита и дождаться хоть какой-то официальной информации. Ваши примагемы никто у вас не отнимет, и вы сможете открутить Ита в последний день его баннера. На этом все. Буду очень признателен вам за лайк и подписку. Было непросто разобраться со всеми датами и не запутаться. Жду вас в следующих роликах. Ну и... покеда!